Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, дорогие зрители, дорогие наши подписчики. Рада вас приветствовать на нашем канале tatimoto.it. Сегодня мы хотим продолжить представлять наш магазин. Я Татьяна и Наталья. Очень приятно всех вас видеть. Мы сегодня с Наташей такие Total Black все. Очень красивые. Почти костюм. В одинаковых костюмах. Он настолько нам понравился, что мы вам решили его показать просто с разными брючками. Прям сразу вот за работу и возьмемся. Костюм марки Imperial. Здесь идет такая укороченная рубашка. Мне удобно показывать на Наталье. Немножко у нее разный. Длины она чуть-чуть разная. Смотрите, она по краям чуть длиннее, здесь она покороче. Вот. Но все закрыто. Но все очень при этом закрыто, да. Здесь очень красивая застежка, но застежка не до конца, рубашка она как такая коротенькая курточка. По бокам она собирается шнурками, здесь можно регулировать. На Наташе размер S, но это S, даже, наверное, наверху годится вот эта рубашка. А на мне размер M, но эту M можно до 50 размера легко. Я одела палаццо, я очень люблю палаццо брюки. Мы сюда подобрали тоже брюки палаццо. А на Наташе вот такие джоггеры внизу на завязках. Они очень красиво под каблук. Даже покажись. Подкеды тоже будут. Подкеды супер, тоже да. Будут хорошо. У них хорошо рабочие под кармашки. Такой все прям очень удобно. Да, и у одних, и у других брюк рабочие. Верх карман. На резиночке. Можно есть. Да. У меня тоже, кстати, на резинке можно есть. Да. Супер. Можно девочкам, у кого не очень узкая талия, это все будет очень хорошо смотреться. Цена брюк Наташиных 8600, моих 7800. И рубашка стоит 7. Сколько? Наташ, дай подсмотрю. Я забыла цену. Так, рубашка стоит 7500. Рубашки на нас одинаковые, поэтому цена одинаковая. И Наташа решила свой образ. Она у нас любит аксессуары. Дополнить вот такой сумочкой. Это модель Bottega. Натуральная кожа. Цена этой сумки 6. Точно? Точно. Нет, Наташа? Она стоит 6800. Цена сумки 6800. Еще раз всех приветствую, девочки. Будем сегодня представлять нашу коллекцию. Покажем много интересного и красивого. Первый образ от Наташи идет у нас. Посмотрите, пожалуйста, какой красивый комплект мы подобрали. Очень красивая ажурная блуза. Блуза марки Джалин. Это хлопок натуральный. Стоимость этой блузы 5400. И она идет у нас на размер 42-44. Также на Наташе очень красивая юбка. Юбка марки Imperial. Такая широкая, солнце-клёш на резинке. Очень удобная, с карманами. Тоже хлопочек, девочки. Эта юбка у нас есть в размере M и L. M-ку можно на 44-46, и L-ку можно на 48-50. Посмотрите еще раз внимательно. Цена этой юбки 7800. Наташа, покрутись, походи. Пусть рассмотрят тебя все внимательно. Ну и готовим следующий образ. Да, следующий образ. Галина помогает нам представить вот этот образ прекрасный. Это костюм от марки Souvenir. Очень красивый костюм. Посмотрите, пиджак. Пиджак без подкладки. Это лен и хлопок в составе идет. Цена этого пиджака 16800. Посмотрите, по бокам такие красивые подрезы у него. Мы дополнили этот образ очень красивыми брюками той же марки Souvenir с таким красивым принтом. Стоимость этих брюк 10500. Они у нас есть в размере S и M. На Гале M-очка, это 46 размер, и S-ка 44. Также туда мы подобрали вот такую майку. Смотрите, тоже марка Souvenir. Стоимость майки 4500. Она где-то на 44-46 будет очень хорошо. Посмотрите, вот. Ну, вот такой вот красивый летний наряд. Мне кажется,
смотрится великолепно. Пока Галя пойдет переодеваться, я немножко расскажу о своем наряде. Я тоже для вас нарядилась. Посмотрите на мне красивый костюм. Это марка Дежавю. Великолепная блуза. Она отделана поэтками вот так красиво. Я немножко ее спустила плечика. Мне кажется, так более сексуально выглядит это. Вот. И брючки той же марки. Марка Дежавю. Вот мы подобрали так это все комплектом. Я, кстати, это и закупала сразу вот таким вот костюмчиком. Это вискоза. Цена брюк 7200, блузочка 6800. Вот такой вот красивый костюм. Тоже покручусь, покажу вам. Очень комфортный, посмотрите. Брючки тоже на резинке. У них здесь впереди планочка, а сзади резинка. Что, в общем-то, делает его очень уютным и комфортным в носке. У нас готов уже следующий образ. Вам Елена его продемонстрирует. Посмотрите, какая великолепная блузка Джалин. Стоимость этой блузки 5800. Это хлопок, очень красивая вышивка на этой блузке. И мы вот подобрали под эту блузку великолепные широкие брюки, легкие, из вискозы. Это марка Викола. Стоимость этих брюк у нас 6300. Они есть в разных размерах, от эски до эльки. Но элька, девочки, достаточно большая, даже на 50 легко годится. Да, на тебя эмка, по-моему, нет? Элька, да? Ну вот на линию они прям свободны. У Лены высокий рост, она у нас 173, наверное, 175 даже. Ну, Лен, извини. Вот, и вот длина здесь тоже очень хорошая, брюк, посмотрите. Для высоких девочек тоже это будет очень хорошо. Вот такой красивый наряд. Спасибо, Лен. Так, следующий образ от Наташи. Посмотрите, какая яркая летняя идет Наташенька у нас. Вот Наташа у нас тройняшка, она 42 размера, поэтому мы на ней показываем образы для девочек изящных, хрупких. Вот такое платье от Джалин. Стоимость платья 5500. Это платье у нас в разных цветах представлено, девчонки. Дальше мы вам покажем. Поэтому смотрите на наш телеграм-канал, там будет представлено все более подробно. Платье с карманом. Наташа вот ручку туда положила. Многие очень прям просят кармашки. Здесь вот как раз все предусмотрено. Это такое платье-рубашка. Оно с воротничком. Его оформили вот таким цветком. Ну, вы его можете снять. Да, он съемный. Здесь очень хороший рукав. Он прикрывает немножко локоть. Очень такое классное, уютное платье с хлопка. И достаточно хорошая по цене. 5600, как я уже сказала ранее. И Наташа решила дополнить. Как всегда, она любит аксессуары. Вот такой сумкой. Наташа, сколько стоит сумка? Помогай. 6500 стоит сумка. Натуральная кожа, очень классная. И с длинным, и с коротким ремнем. Как хотите, можете ее носить. Вот, посмотрите, такая вот красота. Еще хотела обратить внимание на Наташины кеды. Если что, пишите, кого-то заинтересует, мы вам все по ним расскажем. И дадим ссылочку, куда подписаться, где приобрести такую обувь можно. И заказать на любой размер. У Наташи свое производство обувное. Поэтому, пожалуйста, если что, пишите. Да, мы вам тоже дадим очень полезные ссылочки по обуви. Следующий образ. Галя у нас представляет такой костюм марки Джолин. Костюм из 100% вискозы. Это укороченная блузка и свободные брючки. Костюм идет на размер 42, максимум 46. У Гали 46, он прям на пределе, больше не советую. Идеально он, конечно, будет на размере 42-44. Вот такой красивый принт летний. Такая, да, красивая здесь идет у нас летняя композиция. Пальмы, лето. Всем сразу хочется отдыхать, да? Стоимость этого комплекта целиком 10800. 100% вискоза. Пожалуйста, размер желательно 42-44. Ну вот и опять у нас Наташа. Посмотрите, какое на ней роскошное платье из вискозы от марки Dixie. Легчайшая, да, Наташа? Я очень люблю эту ткань. Она очень комфортная, да, она великолепно смотрится. Такая тяжелая шелковистая вискоза. Эти платья у нас тоже представлены в разных цветах. Потом мы их вам покажем. Кто смотрит наш телеграм-канал, мы его уже представляли, это платье в другом цвете.
Ну вот платье просто роскошное. Еще раз повторюсь, если его оформить еще какой-то бижутерией или сумкой, то вообще его можно, мне кажется, и в первый мир, да? Так, Такая да, и роскошная каблуки, была. и босонушка, и кеды, все здесь смотрится хорошо. Еще одно достоинство этого платья, оно достаточно недорогое, оно стоит 6 800, учитывая, что это натуральная ткань, и что это Италия, все-таки не забывайте, ребят. Очень красивое, красивое платье, такое коралловое. По цветам заходите на наш телеграм-канал, знакомьтесь, увидите все, мы более подробно там все представляем. По размерам тоже. Так они, размер S, ML обычно вот эти вот платья у нас идут. А что у нас есть в наличии, запрашивайте, либо смотрите в телеграм-канале, там есть более подробные описания. Просто по цветам сейчас не помню, честно, что у нас есть, какого размера. Так что вот, еще одно красивое платье на лето. Хочу вам представить один из моих любимых костюмов. Я очень люблю пижамный стиль. Посмотрите, какой красивущий просто костюм на Лене. Это марка Imperial. Такой жакет стоимостью его 12 500. И широкие брюки. Очень широкие брюки на резинке. Удобные, комфортные. Стоимость этих брюк 7 800. Леночка, какой на тебе размер? Емка. М-ка. На Лене М. У нас эти костюмы в размере М и L. У Лены сейчас 46-й такой хороший размерчик. То есть на размер больше примерно на меня такой костюм тоже есть. Костюм великолепный. 100% вискоза. Да, вообще здесь такой красивый принт. Вообще невероятный. Легкий, красивый, элегантный. И, как всегда, мы используем внутрь наши любимые топы Викола. У нас их очень много, они в разных цветах. Кому нужно, запрашивайте, все вам расскажем, покажем. И подберем, ну, топы это, как всегда, база, которая всегда нужна. И сумочка у Леночки под образ. Мы тоже подобрали нашу сумку. Стоимость этой сумки 8 500, это 100% кожа. Ну, добавим легкости немножко. Посмотрите, не забываем, что лето. Естественно, летом носим шорты. Буквально перед этим мы показали вам костюмчик в таком же исполнении, только с брюками и с жакетом. А тут мы вот совершенно облегченный такой вариант. Топ и топ-блузка, я бы даже сказала. И вот такие прекрасные шорты. Наташа, помогайте с ценами. Я не успела посмотреть. 4 500 у нас стоит топ, и 4 800 стоят такие вот великолепные шорты. И это 100% вискоза, комфортный, холодящий, нарядный, красивый наряд. Пожалуйста, кто собирается куда-то в отпуск, кто хочет просто уже подготовиться к жаре в Москве, спешите, они у нас еще есть в размере S и M. На Наташе Эска, да, Наташа, на тебе? На Наташе Эска, у Наташи 42-й размер. То есть есть 42 и есть 44-46, наверное, вот так. Так что ждем вас, приезжайте. И еще один легкий, элегантный, очень красивый комплект для вас. Галина наша представляет, посмотрите, брючки и блузка укороченная. Девочки, это у нас опять же вискоза, марка Джалин, 100% вискоза. Стоимость этого комплекта, это блузка и брючки, 10 800. Мы сюда добавили сумочку очень элегантную. Сумка стоит, девчонки, 8 500. Посмотрите, какая красивая форма у сумки, обратите внимание. И у нее есть и вот такая маленькая ручка, и очень красивая цепочка, да? Это так, сумочка для модницы. Очень красивая. Хотим вам представить вот такой комбинезон, девочки. Ну, посмотрите, это комбинезон у нас есть в разных совершенно размерах, поэтому мы вам его и показываем. На Антонине, Антонина у нас в ожидании, поэтому вот такие комбинезоны годятся даже для девочек, кто так же, как Тоня, в таком вот положении находится, или для женщин, которые, ну, слегка имеют такие пышные формы. Он тоже будет очень хорошо смотреться, этот комбинезон. Позже вам его же покажет Наташа. Это 100% хлопок, очень красивый комбинезон, стильный, классный. Стоит он 10 800. Это марка у нас Dixie. Да, это Dixie. Посмотрите, вот такой вот красивый, классный, да, то есть
Очень нравится. Вот так вот мы девочку нарядили нашу, и она прям сегодня в хорошем настроении. Вот. Вот видите, какая у нас красивая Лена, просто девчонки нереально. Красотка невероятная. Лен, так тебе хорошо это платье. Девчонки, вот такие мы получили замечательное платье. Очень популярны в этом сезоне вот такие рукава. Вы уже, наверное, обратили внимание. Мы что-то уже показывали в телеграм-канале из этого платья. Просто посмотрите, какое легкое, красивое, элегантное, очень удобное. Его можно и с кедами, его можно и с босоножками, и одеть какими-то туфельками. Если дополнить каким-то украшением, то можете куда-то даже пойти, мне кажется, на мероприятие. А так, для каждодневной носки летом, мне кажется, ну, просто прелесть, куда уж лучше. Стоимость этого платья, Лена, буду подсматривать. 7500, это марка Джалин. Так, и сумка у Лены, посмотрите, какая красивая, она подобрала ее сюда. Стоимость сумки Лены тоже подсказывайте, я цены, девочки, не все помню, поэтому, извините, буду подсматривать. 7800 стоит эта сумка, очень красивая сумка, такого цвета фукси яркого. Лена у нас яркая, поэтому такие вещи, конечно, идут. Лен, пройдитесь, пожалуйста, еще разочек. Ну, красотка, вот просто любуюсь. Хочу показать вот это платье в таком цвете, девочки. Цвет хаки. Только что Лена показала такое платье полосатым, а вот здесь оно однотонное. Эти платья у нас в разных цветах представлены и разных марок. Здесь очень красивый рукав, обратите внимание. Кстати, рукав прикрыт, что очень важно. Многие боятся открывать ручку целиком. Это вискоза, платье это стоит 7800, это марка Dixie. Цены могут немножко отличаться в зависимости от марки. Поэтому, когда будете смотреть, обращайте внимание, какая это марочка. И мы, конечно же, как всегда, дополняем все свои изделия какими-то аксессуарами. В данном случае это вот такая маленькая сумочка кроссбоди из натуральной кожи, стоит она 4800. На Наташе посмотрите, вот такой красивый лаконичный образ. Я прям фанат таких вещей, я очень много сама их ношу и рекомендую всегда иметь это в гардеробе. Великолепные брюки от Викола из хлопка, здесь идет 90% хлопка и 10% эластана. Стоимость этих брюк 7650. Они у нас еще есть в голубом цвете. Размеры S, M, L. На Наташе, естественно, S-ка представлена. И вот эти великолепные блузы, это прям моя любовь. Я их очень люблю. И в прошлом году у нас они были, и в этом году мы их завезли много-много цветов. И много, ну, я не знаю... Там у нас, я уже говорила до этого, что цветов очень много. Легчайшая такая ткань, хлопочек, тонкая, легкая, нежная. Она очень сексуальная, она очень легкая. И вообще такая вещь должна быть у любого, я считаю, потому что ее можно носить как отдельную вещь, и в то же время можно дополнять любые наряды. Даже поверх какого-нибудь сарафана ее оденьте, будет очень хорошо смотреться. И такая вещь, ну вот она нужна. И где-нибудь на морях, на югах тоже нужно прикрывать иногда плечи, когда слишком много солнца. Ну, а иногда кто-то просто хочет прикрыть ручки. Ну, в связи с тем, что они у нас, может быть, пока не очень хорошие, красивые, пока не загорелые. Да? И опять же, дополнили все той же сумкой. Стоимость сумки это 8500. И они у нас в разных цветах, эти сумочки, есть. Еще один великолепный образ. Посмотрите, какая у нас красивая опять Лена вышла. Очень красивый яркий костюм из льна. Это марка Листреги, девочки. Пиджак. Пиджак без подкладки. Опять же, да, он легкий очень. Очень красивый. Это 100% лен у нас идет. Я правильно по составу говорю? Все правильно. Стоимость этого пиджака 11800. И брюки. Брюки 7800. Брюки свободные, очень удобные. Нет, это другая модель, не путайте, пожалуйста, меня. Вот. Комфортные, классные брюки, очень хорошая длина. Рост Лены 175. Поэтому для высоких девочек, пожалуйста, вот брючки у нас есть. А для тех, кто не очень высокий, из длинного всегда можно сделать все покороче.
И футболка на Лене, это марка Вольм, очень красиво подобрали ее сюда, она здесь великолепно сочетается. У нас огромное количество футболок и маек, стоимость этой футболки 4200. Так, посмотрите, как я вам и обещала, Антонина нам до этого показала в черном цвете для женщин размеров побольше или для женщин в интересном положении этот комбинезон. А сейчас вот Наташа одела на свой 42-й, правда, на ней эсочка, вот такой вот чудесный комбинезон. Это комбинезон марки Dixie, стоит он 10 800. Это хлопок и немножко эластана в нем. 95 хлопка и 5 эластана. Посмотрите, какой красивый, интересный комбинезон. Наташа, ты прям показываешь, да? Его можно завязать и так, он весь такой на запах идет. Очень интересная, красивая вещь. Классно. Очень хорошо смотрится. Наташа, красотка просто. Хочу, чтобы вы посмотрели вот это великолепное платье. Стопроцентная вискоза, очень красивое платье. Посмотрите, какая здесь спинка. Оно у нас одно, единственное, в одном экземпляре, в размере S. Стоимость этого платья 11 800. Платье роскошное. А для вас, девчонки, я делала вот такой красивый костюм. Это вискоза. Любимая мною марка Дежавю. Очень свободные брючки. Брючки на резинке. Дежавю у нас идет в размерах 1, 2, 3. Единичка 48, двойка 50 и троечка на 52. Смотрите, такая вот красивая накидка. Причем эту накидку можно носить просто застегнув, как платье. Поэтому, в общем-то, можно иметь два в одном. Накидка стоит 10 800 и брючки 7 800. Дальше, девчонки, на канале смотрите. Еще к этим брюкам идет просто отдельно топ такого же цвета. Я сейчас вам это не показываю, решила показать вот в таком варианте. Костюм нежнейший. Смотрится очень эффектно. Посмотрите. Обратите внимание на него. Очень красивый. Очень красивое платье от марки Imperial. Посмотрите, какое красивое платье-рубашка с карманами. Оно выполнено из хлопка с лайкрой. Да, на Наташе, как всегда, S. Они у нас есть в размере S, M, L. Еще они есть в черном цвете. Платье прям великолепное. Я очень люблю такие платья. Его можно и с кедами, и с туфельками. Мне кажется, будет одинаково хорошо выглядеть. Правда, Наташа? Есть еще даже поясочком. Да, у кого есть узкая талия, туда можно поясочек, тоже будет очень здорово смотреться. Оно немножко удлиненное на спинке и укороченное спереди, да? Чуть-чуть. Даже покрутись, пожалуйста. Да, вот так все. Угу, спасибо. Посмотрите, какая на Гале красивая блузка. Хочется обратить на нее внимание прежде всего. Это у нас марка. Что у нас за марка? Джалин? Вот это, потому что эти блузки у нас, девчонки, да, это Джалин конкретно. Эти блузки у нас есть в разных вариациях. Они есть у Джалины, есть и у Дикси, и Викола тоже сделали. Вот это конкретно Джалин. Стоимость этой блузки 5 200. Вот такая вот опять с красивыми рукавами. И мы ее представляем с джинсами. Джинсы сувенир, они у нас тоже есть в наличии. Стоимость этих джинс 11 800. Но они у нас остались, по-моему, только в размере ML. Да. Но, кстати, они достаточно большие на Гале S. Хотя у Гали свой эмочка. Они такие большемерные достаточно. И поэтому самые маленькие у нас эти джинсы на 48 размер, а самые большие даже на 50 годятся. Вот так вот где-то. Очень красивый вот такой у нас получился комплект на каждый день.
И еще хочу показать вам вот эту чудесную блузку-майку на Лене. Лена уже выходила в этих брючках, и мы вот увидели маечку, одели, оказалось так красиво, что мы не удержались, решили для вас это снять. Это у нас, что за марка, девочки? То Я же просто, самое. то же самое, да, та же самая марка у нас, Джалин. Стоит эта блуза 5200. Вот еще в таком цвете она представлена. Посмотрите тоже, какая красота, иркота летняя. Прям, мне кажется, альтернатива многим блузкам будет. Вот такая майка. Очень-очень классная, очень нарядная. И в сочетании с этими брюками смотрится просто великолепно. Да. Посмотрите, какое красивущее, просто невероятной красоты платье на Наташе. Это платье марки Dixie, девочки, тончайший хлопок. Просто, я не знаю, Наташ, куда тебе замуж в таком, что ли, выдавать? Девочки, если кому замуж, пожалуйста, к нам. У нас вот такие вот красивые-красивые платья есть для вас. Платье на размер 42-44. Оно небольшое, одно у нас только. Но платье невероятной красоты. Оно, конечно, не из дешевых, но здесь очень дорогое красивое кружево. Обратите на него внимание. Платье стоит 17-800. Это марка Dixie. Так что, девчонки, кому замуж, все к нам, пожалуйста. Мы вас подготовим к этому. Но мне кажется, шуточки тоже можно иногда вставлять. Ну что, девчонки, я опять для вас нарядилась. Вот такой костюмчик приодела. Это костюм Барбара Алвизия. Стоимость блузки 5800, брючки 6800. Это вискоза опять, девчонки, легчайшая. Брючки на резинке, и он у нас в размере 48-50-52. Так что, пожалуйста, заказывайте, запрашивайте. Костюм роскошный на лето. Смотрится, посмотрите, как круто. Наташа у нас в таком ярком образе. Это платье марки Джалин. Оно будет хорошо на размер 42-44, ну, 46, если только не полный, девчонки. Оно чем свободнее, тем лучше будет смотреться. Эти платья не очень большие. Стоит это платье 6500. И Наташенька дополнила, как всегда, аксессуаром вот такой замечательной сумкой. Наташа, напомните цену. 7200. Сумочка 7200, натуральная кожа, очень красивая, стильная сумка. Хочу дополнить. Очень удачная прайма. Да? Поднимаешь руки, вообще ничего. Вот, видите, все прорабатывает. Да, итальянцы, да. Молодцы. Сейчас вообще, кстати, я обратила внимание на эту коллекцию. Девчонки, у них у всех доработана хорошо пройма. У всех абсолютно. Всё. Как правильно, пройма или пройма? Я думаю, пройма. Ладно. Тут мне недавно делали замечание по поводу, я говорила, подклад, я исправилась. Я специально сегодня прокомментировала Ленин пиджак и сказала, подкладка. Так что для тех, кто меня смотрит, я исправляюсь. Растем, да. Ну, опять у нас Лена, наша красавица, вышла. Посмотрите, на Лене великолепные брюки. Все той же Барбара Алвизи. Просторные, свободные, легкие, из вискозы. Посмотрите, какой там лампасик. И мы дополнили эти брючки вот такой чудесной блузкой. Блузка марки Сувенир. Обожаю я эту марку, вы знаете. Очень красивое кружево везде. Она, конечно, по цене будет не дешевой. Стоит эта блузка, Леночка, 11800. Но сувенир он, в принципе, не дешев. А когда он вот в таком исполнении, здесь великолепная ткань, здесь идет не просто хлопок, а хлопок с добавлением шелка. Они, конечно, вещи у них роскошные. Но за роскошь приходится, к сожалению, платить. Зато вы будете неотразимыми и красивыми, девчонки. Вот это я вам могу гарантировать. Брючки прям... Брючки у нас по размерам 50-52 и даже можно на 54, потому что они на резиночке. Вот самые большие можно до 54 размера легко, девочки. Поэтому, пожалуйста, звоните, запрашивайте. Блузки тоже у нас есть в разных размерах. И они, в общем-то, достаточно свободные, да, объемные. Поэтому, в общем-то, до 50-52 тоже мы сможем вам подобрать такую блузку. Пожалуйста, пишите. Приходите к нам, мы всегда рады вас делать красивыми, сексуальными. Ждем вас.
Девчонки, хочу еще один образ показать, но не знаю, почему на Наташу эту юбку одели. Юбка на самом деле размера достаточно большого. Она где-то, наверное, на размер 48-50, но ее почему-то дали Наташе. Ну, кстати, на Наташе это, как всегда, смотрится все великолепно. Все подобрали идеально. Да, дополнили вот таким вот жилетом, и получился просто, мне кажется, сногсшибательный подиумный наряд. Да, Наташа, как очень всегда, все на тебе. Очень уютный. Юбка из вискозы, девчонки. По цене 6800 стоит эта юбочка. Юбочки у нас эти есть в размере 48, 50 и 52. Так, топов вот таких у нас очень много, великое множество. Вот один из них на Наташе, размеры 42-44. Очень много больших размеров топов мы получили подобного плана. Они у нас до 56 размера. Есть, девчонки, вот такие вот бельевые топы, причем у них, как правило, прикрыт рукав. Вот. И дополнили, вот мне очень нравятся жилеты. Но кто любит жилеты, мне кажется, вот великолепное решение, да? Да, жилет думаю, просто. И брюки будут красивы здесь с таким жилетом, и вот с такой юбкой будет хорошо. Кстати, я эти жилеты, девочки, очень люблю еще носить под пояс. У кого тонкая талия, если сюда одеть какой-то в тон красивый поясочек, это тоже будет смотреться просто бомбически. Вот как бы совет. У кого есть жилеты, пожалуйста, можете у нас черпать вдохновение и подбирать вот образы подобным образом. Мы, конечно, рекламу делаем для того, чтобы продавать, но и для того, чтобы вы учились правильно одеваться, тоже с удовольствием все расскажем, покажем. Мы как стилисты тоже можем поработать. Слава богу, опыт у нас огромный, уже 30 лет, да, Наташа? Мы в этом бизнесе, страшно сказать уже, да? Так что, пожалуйста, обращайтесь и за советами в том числе. Приезжайте, оденем красиво, стильно. И будете вы самый-самый-самый-самый. Кто не может приехать, пожалуйста, пишите, звоните, поработаю онлайн. Кстати, сегодня получила очень приятное сообщение от девушки с Сахалина, от Наташи. Наташа, привет, если вы меня смотрите. Мне было очень приятно. Мы с ней тут подбирали, наверное, часа полтора гардероб. Очень хорошо подобрали, и она вполне счастлива. Говорит, правда, немножко все свободновато, но я ей посоветовала носить, как вот Наташа, посвободнее. Тогда мы оптически можем обмануть окружающих, что мы выглядим худее. Не бойтесь свободных вещей. Я обожаю лично, вот лично я обожаю носить все свободно, на размер больше. Тогда ты кажешься стройнее, да, и ощущаешь себя более уверенно. Приходите. Приезжайте, звоните, пишите. Всегда рады. Рады вас видеть, слышать. Все наши контакты указаны в ссылочке внизу по окончанию видео, которое вы досмотрите. Либо на экране, ребята, тоже сейчас будут прописывать наши контакты. Пишите, с удовольствием ответим. Отзовемся на все ваши просьбы, на все ваши пожелания. Еще один замечательный образ на Елене. Лена, ты сегодня у нас блистаешь просто, да, блистаешь. Посмотрите, вот такие замечательные жакеты мы получили от Викола. У Викола были жакеты свободного кроя с длинным рукавом, а сейчас укороченный рукавчик мы получили. Эти жакеты выполнены, по-моему, из льна, да? Они на подкладке. Очень классные, красивые. У нас эти жакеты представлены в нескольких цветах. Посмотрите, вот такой красивый цвет. Кремовый, я бы, наверное, сказала. И цвет хаки. Они у нас в размере 44-46, но максимум можно его на 48 за счет того, что он овер. Но он не такой овер, как вот были до этого пиджаки у нас в других эфирах. Он все-таки чуть-чуть такой, наверное... Застегнись, Лен, да. Лен, на тебе эмочка? Да. М-ка, да? Ну вот его можно чуть-чуть больше одеть, вот такой, как я, у меня 48-й. Вот он будет хорошо, он будет 46-48. А вот то, что в эске, он будет хорошо на 42-44, наверное. И великолепные брюки. А сколько стоит, кстати, этот жакет? Жакет у нас стоит 13-800 такой, ребят. Это лен. Брюки. Обожаю я летом работать с такими брюками шелковистыми, вискозными. Они очень комфортные. Сама их ношу с удовольствием. И уже много лет продаю своим клиентам.
и все только благодарны. Наверное, во всех цветах у нас они у всех уже есть, и у наших покупателей, но тем не менее все их обновляют каждый год, и цвета новые добавляются. Вот посмотрите, вот очень красивые брючки, брючки. Вот на Лене у нас, что это у нас за марка, Лена? Вы меня готовьте, у нас так много всего, что я, девочки, все не могу даже не запомнить. Это у нас Дежавю. Дежавю у нас стоит 7500 брючки, вот эти вот. Они в размере 48, 50 и 52. В руках вот у меня брюки тоже широкие, палаццо с вискозой, это марка Dixie. Они стоят 9500, эта марка немножко подороже, поэтому вот цена немножко может отличаться. Вот, и... У нас тут зашли клиенты, извините, пожалуйста. Они не поняли, что у нас идет съемочка, но ничего. Так, и еще раз говорю о том, что у нас очень много разных топов. По топам тоже запрашивайте. Цены топов у нас от, наверное, 3,5 до 6,5. Разные совершенно. Это зависит от марки, от размера и от состава топа. Так что вот такая вот у нас... Да, кстати, Лена здесь тоже вот приложила. Такой более спокойный образ. Тоже очень красивый получился. Посмотрите. Такая вот красавица у нас Леночка. Ну и, как всегда, дополняем все сумками. Сумки в наличии. В разных цветах есть вот эта модель, она стоит 8500. Ну и вновь я для вас нарядилась, девочки. Посмотрите, вот такой чудесный костюм. Я сегодня просто звезда Дежавю марки. Легкий, воздушный, очень приятный к телу. Девчонки, на жару вообще, вот, мне кажется, незаменимая вещь. Костюм Дежавю, это вискоза такая шелковистая, 6800 стоит блузка, 7600 стоит брючки. Размеры 48-50 и 50-52. Они у меня в двух размерах, эти костюмы есть. Посмотрите, какая у нас красивая Наташа, летняя, красивая, в таком невероятно красивом зеленом цвете. Наташа, покажи нам само платье прежде всего. Смотрите, какой секси. Я обожаю эти платья-комбинации. Это у нас, насколько я помню, это у нас Барбара Алвизи, девочки. Стоит это платье 7600. Оно у нас в одном размере 42-44, вот как на Наташе. И мы дополнили это платье великолепной блузкой от марки Сувенир. Сувенир у нас, как всегда, конечно, хорош. Невероятно красивое кружево, да, какая отделочка, да, красивая. Стоит эта блузка у нас 11500, и она у нас в одном размере, в размере S только осталась, вот эта блузочка. Вот кому нужна, пожалуйста, обратите внимание, вот такая красивая блузка. Посмотрите, какой на Гале образ великолепный, я просто в него влюблена, вот честно скажу, мне настолько понравилось, как девочки ее нарядили. На Гале жакет марки Дежавю, у нас эти жакеты представлены еще вот в таком бежевом цвете. Стоимость данного жакета 7200, и он у нас в размерах 48, 50 и 52 представлен. Также мы подобрали под жакет красивый топ на Гале 2800. Он стоит у нас огромное количество топов. Посмотрите, как он хорошо сюда подошел, да, какой красивый образ. И брюки марка Сувенир. Брючки по стоимости. Галя, напоминайте цену. Не помните, да? Тогда буду посмотреть. 7600 брючки, да, вот вспомнили наконец-то вот цену. Эти брюки у нас в размере S, M, L, но здесь хорошая L-ка. L-ка, наверное, до 50-го размера годится. Брюки тоже нереально красивые. Посмотрите, какой красивый глубокий цвет на Гале. Мне кажется, это все роскошно выглядит. Галя, ты великолепна. Просто звезда. Смотрите, какой яркий летний наряд на Елене. Невероятно красивый костюм. Костюм марки Сувенир. Туда мы подобрали топ от Дежавю. Вот такая многослойность получилась. Ну, я просто в восторге, девчонки. Вы у меня сегодня жжете просто красотки. Так красиво все подбираете.
Стоимость жакета 15 200, стоимость топа 5 600, помню, а по брюкам не помню. Цены мне подготовили. Ой, нет. Ой, нет, девчонки, будем при вас заглядывать здесь. Ну ничего, у нас сплошная импровизация. Так, брюки у нас 11 200. Эти вот такой пижамный костюм в стиле кимоно, да, наверное. Да? Очень клевый, очень красивый. И дополнили мы опять же аксессуаром вот такой красивой сумкой. Стоимость сумки 8 500. У нас подобная сумка уже не раз была представлена в других цветах. Это все натуральная кожа. Еще раз вам об этом говорю. Вот такая вот красавица Елена у нас получилась. Да. Ну и еще пара образов от нас, Наташи, для вас, дорогие наши зрители. Костюм на Наталье, марка Дежавю. Посмотрите, я уже показывала этот костюм в других цветах. Здесь вот немножко другой принт. Наташа дополнила этот костюм топом от марки Викола. Топы у нас стоимость 2 500, они в разных цветах представлены. Костюм 10 500. На Наташе костюм размер 42-44. Они небольшие, эти костюмчики, к сожалению, но вот на девочек таких размеров. Очень приятно. Ну и расскажу, конечно же, о своем наряде. Я для вас опять нарядилась. На мне блузка, блузка-сувенир. Стоимость этой блузки 12 500. Это тончайший батист. Она прям объемная-объемная. Я ее собрала немножко в кучку. Девочки, эту блузку может одеть как женщина, наверное, размера 46-го, так и 54-го легко. Уже не буду ее развязывать. Ну, хотя развяжу, почему нет. Вот, посмотрите. А я ее так, поскольку она очень тоненькая, присобрала, заправила, и уже она такая стала более культурная, будем так говорить, не такая объемная. И брючки на мне марки Background, тоже любимая мной марка. Это, я бы сказала, даже брюки и юбка. У них такой очень интересный крой с такими красивыми необычными карманами. Это вискоза, она легкая, удобная. Тоже она на резиночке отчасти. Стоит она 10 800. У нас эта юбка представлена еще в темно-синем цвете и в цвете хаки. Ну, наверное, на этом мы завершим сегодняшнее шоу. Попрощаемся с вами. Мы были рады представить вам нашу красоту. Конечно, все представить невозможно. У нас все битком. Лучше приходите. Или же пишите, заходите на наш телеграм-канал, знакомьтесь с нашим ассортиментом, с нашим товаром. А мы будем стараться радовать вас красотами. Ждем вас в гости. Ждем. Мы находимся в Москве по улице Петрозаводская, 22/1. Звоните, контакты наши указаны, указаны в конце видео. Переходите на наш телеграм-канал, всегда вам рады. Всегда на связи онлайн. Да. Ваш тати мода.ит. Ждем вас.